привет, ребят, девчат. Вот этот музыкальный центр, там я входил. Я немножко борзовато поставил машину на кругу, но пофигу. Выглядит он так снаружи. Классно, он небольшой. Вот в том-то и дело, что здесь мало в городе таких центров музыкальных. То есть не огромный, а очень классный такой зал. Ну, то, что вы видели. Так, мост в Кентаки. Если будет ветерок, его обещали, ну, прошу прощения. Здесь какую-то сделали тусовку. Раньше был какой-то пустырь. Вот там что-то начинается. И так вот они то ли строят еще парковку дополнительную, то ли что еще, неизвестно. Но здесь такой небольшой эвент тоже делают. Травка не настоящая, конечно, синтетика. Здесь жопами все просиживают. Но вот там вот настоящая. Ну, вот такой даунтаун Цинциннати. Прямо стадион по этому самому бейсболу, Great American Ballpark, да? И задувает. А за этим зданием стадион по футболу. Он раньше назывался Пол Браун, а сейчас он называется Paycor. Его, по-моему, перекупили права и назвали по-другому. Это нормально здесь. Ну вот так. Как говорится, из говна сделали конфетку. Вам удачи, успехов. Окей, USA.